Хоть однажды в своей жизни каждый из нас сталкивался с гриппом. С этих слов начал пресс-конференцию для журналистов главный санитарный врач города Бреста и Брестского района Геннадий Радченко. Когда на первый взгляд небольшая двухдневная простуда перерастала в длительный больничный отпуск с постоянным интенсивным лечением. Для того, чтобы противостоять гриппу, существуют всевозможные народные и современные средства. Однако наиболее действенной в этом списке является вакцинация. Брест и Брестский район к встрече с инфекционным заболеванием готов. За счет республиканского бюджета и за счет местного будут прививаться группы риска. Вакцина флювоксин производства Китай. Эта вакцина уже используется в Республике Беларусь 4 года. За этот период никаких серьезных реакций, осложнений на эту вакцину не зарегистрировано. Кроме того, следует отметить, что и использование в первую очередь этой вакцины, и кроме того, в целом охват иммунизации, что увеличивается из года в год, мы уже, скажем, на протяжении 3 лет ни в городе, ни в районе не закрываем школы на так называемый карантин. Несмотря на то, что пик активности вакцинации приходится на начало октября, учреждения здравоохранения города готовы к встрече с пациентами. Брестская детская городская поликлиника номер 1 уже работает в активном режиме. Желающих получить свою прививку предостаточно. Многие приходят даже семьями, зная о пользе этой, на первый взгляд, незначительной процедуры. Нами получена вакцина, и эта вакцинация уже проводится. Чем больше детей, особенно школьного возраста, будет привито, тем лучше и крепче будет коллективный иммунитет. Школьники просто входят в группу высокого заражения гриппом и другими ОРВИ. На базе нашей поликлиники эта вакцинация организована. Вакцинацию мы проводим с 8 утра до 8 вечера. Даже если он вот и заболевает, то это проходит в легкой форме, так, ну, слегка. Ну и как-то, если кто-то против, то мне как-то, ну не знаю, то ли спокойнее. Те, кто только собираются пройти вакцинацию, могут получить необходимую информацию в учреждениях здравоохранения области, а зачастую и там же провести необходимую процедуру. Ее стоимость варьируется, однако не превышая 100 000 белорусских рублей.